Девчонки, тема нашего номера – это конфликт поколений между родителями и детьми. Переходный возраст, когда тебя не понимают, когда все сволочи вокруг, один ты знаешь, что да как. И вы как бы доходите до определенной точки кипения, когда уже все, я больше не могу. Все, хлопаете дверью и говорите «до свидания». К счастью, у меня подростковый возраст этот дурной длился недолго, но очень он длился так, вот так вот это все было. Я считаю, мне очень повезло, что родители старались как-то понять, что я хочу от этой жизни. Ну и именно, наверное, благодаря этому я стала еще больше любить своих родителей. Я думаю, что мы сможем как-то где-то покопаться. Вот. Я такая львица должна быть. Несмотря на всю вот эту вот как бы серьезную ситуацию, у нас репетиции проходят очень весело. Просто час ночи уже реально крыша едет. Пока очень весело все. Меня это как-то даже пугает. Мы отсюда не уйдем никогда. Меня ненавидят, и все из-за тебя. Меня тебя ненавидят из-за твоего адского характера. Нашим пристрастным, зухвалым и нестримным девчатам. А подстрекателями в этой грандиозной авантюре выступи хореографы-постановщики Роман Горбач и Наталья Легай. Ух, девчонки и вправду дали.